Добрый день, Лабадена. И спасибо большое за приглашение на эту замечательную конференцию, в которой участвует честь и удовольствие. Что касается доклада, то, значит, я вам обещаю совершенно другой взгляд сейчас, помимо, вот, по сравнению с тем, что вы слышали. То есть взгляд со стороны научного комментария и литературоведческий подход, скажем так. Да? То есть ничего, что в Библии нету, я говорить не буду. То есть это будет совсем другой... И я хочу сразу обозначить сцену, то есть действующих лиц, место и время. Значит, под народом книги я понимаю тот этнос, в котором сложилась еврейская Библия. Можно называть их евреями, иудеями, сынами Израиля, кто как предпочитает. Жили они на территории Палестины, которая тогда Палестиной не называлась, где-то так, осторожно говоря, скажем, грубо в первом тысячелетии до новой эры. Вот. И я хочу проследить отношение этого народа с камнем как материалом для письма по библейским текстам, спасибо, и отчасти по археологическим свидетельствам. Вот я начну с того, что камня в ландшафте этой страны очень много. Я вот вчера уже поняла, что я сделала большую ошибку, не сделав какие-то картинки, которые очень украшают доклад, остается только сожалеть. Все это очень красиво выглядит. Камня много, и он всегда имел и имеет до сих пор большое значение в культуре этой страны. Но писали на камне эти люди очень и очень мало. То есть до нас дошли, меньше десятка надписей на камне, на языке, похожем на язык Библии, вот с этого региона, вот с этого времени, с Железного века. Аргумент от умолчания не считается сильно весомым, но в данном случае его следует принять. То есть камень — совершенно неуничтожимый материал, и если этих надписей не найдено, значит, их, скорее всего, и не было. И камень как материал для письма, видимо, не был признан таким вот подходящим материалом. И это подкрепляет даже рассмотрение развития письма, то есть манеры письма в этом регионе. Дело в том, что финикийский алфавит, который был изначально принят здесь, он имел лапидарную форму. То есть форма буквы была такая угловатенькая, которую удобно вырезать на камне. Но такие надписи встречаются в Палестине, только до IX века. А дальше развивается курсивное палеоеврейское письмо, более удобное для письма пером по другим материалам, по коже, по остроконам и так далее. На камнях много не писали. И тем интереснее, что в Библии писанию на камнях уделяется, как вот действительно говорил, специфическое внимание. Материал связывается с сакральностью и неуничтожимостью написанного, поскольку единственный текст, который в Библии пишется на камнях, это завет, то есть договор Бога со своим народом. И записаны, как и было сказано, эти письмена самим Богом. И чтобы оценить здесь материал письма, нужно немножко представить себе, что такое запись древнего договора. Сейчас известно несколько обширных древних библиотек, в которых сохранилось множество хозяйственных документов, в том числе договора. И они писались на глиняных табличках. И когда договор терял силу или нарушался, табличка разбивалась. Чтобы оценить эту связь материала с судьбой договора, можно рассмотреть один договор, который записан был на другом материале. Вот когда Рамсес II воевал с хеттами, и, видимо, никто из них не оказался сильнее, был заключен вечный мир, скрепленный династическим браком. И этот договор записан был на серебряной пластинке, которую разбить, по-видимому, не так-то просто. Завет пишется на каменных таблицах. Значит, размер их нигде в Библии, конечно, не указан, это чисто такие Понятно только, что это были каменные таблицы. То есть камень — это символ вечности и божественного присутствия. И однако эти скрижали разбиваются, как и было сказано. То есть когда Моисей спустился с горы, держа в руках эти скрижали, и увидел, что народ, не дождавшись его, уже поклоняется золотому тельцу, он в сердцах бросил на землю эти скрижали, и они разбились. Но вечность камня торжествует в том, что скрижали восстанавливаются. Значит, народ кается, зачинщики мятежа наказаны, Бог прощает Израиль и дает второй экземпляр этих самых скрижалей, тоже записанный самим Богом. И в этом эпизоде присутствует
некий прообраз, фактически задается обоснование всей идеологии Завета. А именно, израильтяне в принципе неверны. Они постоянно нарушают Завет, от моральных отклонений до прямой измены Господу, когда они поклоняются другим богам. Бог преисполняется гнева и наказывает их катаклизмами разной степени тяжести. Он как бы разрывает договор со своим народом. Через пророка Бог присваивает Израилю имя «Ло-Ами» – «Не мой народ». Но это никогда не происходит насовсем. Израиль раскаивается, взывает к Богу, и Бог прощает. Завет восстанавливается. Таким образом, завет вечен, хотя он постоянно нарушается и разбивается. И вот этот паттерн сразу задается таким удивительным сочетанием свойств камня, его прочности и его хрупкости. Конечно, здесь присутствует восприятие камня как сакрального объекта. Но культ камней, так сказать, в Палестине – это отдельная тема, которую, конечно, сейчас я поднимать не могу. Но для сравнения, у Исаии есть сцена, где Господь велит пророку записать пророчество о грядущем наказании Израиля через ассирийское нашествие. И записывается оно на табличке «Гилайон» с помощью стила такого, значит, который процарапывает вот по влажной глине. Конечно, эта табличка будет потом разбита, когда Бог простит Израиль. Вот контраст такой, да, вот пророчество о наказании записывается на глине, а завет записывается все-таки на камне. Я попутно могу отметить такое определенное типологическое сходство, как грижали с шумерскими табличками «Мэ», тоже каменными. Мне очень непросто объяснить, что такое «Мэ». Может быть, тут Емельянов нужен был бы. Но это что-то вроде такого закона жизни, сути вещей, без которой вообще невозможна жизнь. И, конечно, это напоминает законы Хаммурапи, которые были записаны на диоритовом столбе. Но вот концептуальное отличие вот еврейского закона от вечных истин древнего мира в том, что есть такая динамика. Завет может разбиваться и восстанавливаться, то есть как динамическая такая вечность. Надо сказать, что в библейском эпосе заключение завета имеет еще космологическое значение. Космогоническое, извините. И пока идет, то есть это означает, что просто время от времени должно происходить обновление завета. И пока идет нормативный период израильской истории, то есть когда действует Моисей и Иисус Навин, этот завет обновленный тоже записывается на камнях. Первый, вот в случае Моисея это скрижали, на которых пишет сам Бог, и вот это вторые скрижали тоже как бы обновление завета, первое обновление завета. Моисей только переписывает копию на свиток. И это есть мифологический прецедент, который подтверждает, что закон имеет божественное происхождение. Он спущен сверху от Бога. Затем, естественно, образ снижается, как всегда в мифе, но все еще остается каменным. Иисус Навин делает каменную копию с текста закона, записанного Моисеем. Но, вероятно, он уже пишет не по самому камню, а по звездке, которая обмазан камень. Во всяком случае, так завещал ему Моисей. И интересно, что такая техника письма действительно существовала. То есть совсем недавно, в конце прошлого века, обнаружены куски штукатурки в Зайордании. Значит, куски штукатурки, на которых записаны письмена. Значит, ну, датировка этого текста где-то 8 век до новой эры. И интересно, что это текст про пророка Валаама, сына Беора. То есть совершенно такой вполне себе библейский персонаж. Найден этот текст. Но, правда, запись эта, по всей вероятности, была нанесена на штукатурку, которая покрывала внутреннюю сторону дома. Потому что если вынести это наружу, как хотел Моисей, на камни, которые стояли бы вот так на улице, то такая запись не продержалась бы и одного дождливого сезона. Поэтому надо думать, что либо это все имело чисто символическое значение для автора библейского, либо здесь опять-таки присутствует идея такой возможности смыть эти письмена и потом восстановить их заново. Ну, это я сказать не могу, наверное. И вот на этой ноте записи на камнях заканчиваются. Больше на камнях в Библии не пишут ничего. Иными словами, камень, как материал для письма, связан исключительно с идеей божественной данности закона. Но рассказ наш был бы неполен, если бы мы не отметили, что всегда при заключении завета присутствуют камни, на которых ничего не написано и ничего не изображено. Я бы сказала, что это не мы, но красноречивые свидетели события. Когда Моисей заключал завет на Синае, а Иисус Навин обновлял его на горе Гевал, все это, а гора – это вообще символ Бога, символ его, так сказать, обитель Бога, там приносили жертвы, совершаются различные ритуалы, и при этом обязательно стояли 12 необработанных камней. Вот это самая муцева, которая здесь упоминалась, по числу колен Израиля. То есть эти камни каким-то образом выступают представителями колен израильских.
А вот в конце жизни Иисуса Навина, при его последнем обновлении Завета, камень уже был только один, но зато он был втройне священным. Во-первых, Иисус Навин его устанавливает под дубом, а дуб, ну, то, что по-русски переводится как дуб или теревинф, это еврейские слова «эла», «элон» или «эшель», они просто обозначают священное дерево, которое всегда в Библии маркирует священный тупост. И, значит, во-вторых, этот дуб растет, он помещен как-то, ну, возле, скажем так, осторожно говоря, возле святилища Господа он находится. И все это происходит в Шихеме, который священный город древнего Израиля, это культовый центр. Таким образом, камень Тригуба священный, и он свидетель завета, как объявляет его Иисус Навин. Не потому, что на нем что-то написано, а потому, что он слышал слова завета. То есть вполне себе такой живой свидетель, который не даст соврать. Вот что это за камни и как они могут быть свидетелями договора? Ну, понятно, что это пытаются толковать с точки зрения линейной логики, вот вы это слышали все, как память, памятники, просто секулярные памятники. А камень они потому, что завет же вечный, значит, память должна быть вечной о нем. Но это не сходится с тем, как вырисовывается функция этой самой мацевы по тем же библейским текстам, не говоря уже о археологических свидетельствах. Вот коротко говоря, чтобы не утомлять вас подробностями, мацева – это священный камень. Не какой-то не секулярный памятник. Это некий непрямой символ божества. Может быть, это репрезентация места его обитания, поскольку вот такие камни, например, их очень много на территории Сирии, Финикии, они здесь назывались бетилы. То есть дом бога Бетил, по-еврейски Бетель – это дом бога. Ну, а один раз он и в Библии назван Бетель, это вот лестница Иакова, этот знаменитый эпизод. Значит, то есть это... И, конечно, вот это... Раввинистическая интерпретация, что он ставит его как памятник, и он возливает на него масло в честь освящения. На самом деле он возливает на него масло как знак поклонения. Там такой глагол использован, который означает поклонение этому камню, а не освящение этого камня. Так вот, эти камни могут относиться, они могут быть такими непрямыми символами совершенно разных божеств, неизбирательно. Есть контексты, где мацева выступает культовым символом Яхве. У такого монотеиста, как Осия, и также у Исаии. Есть другие контексты, где это явно, так сказать, представитель чужих богов. А может она выступать символом духа умершего в культе предков. И вот в нашем контексте вертикально стоящие камни, вот эти мацевы, представляют именно духов предков, покровителей колен. Их присутствие при заключении договора, вообще говоря, понятно. Да? Я хочу напомнить, здесь не было сказано, что современные надгробия на еврейских кладбищах тоже называются мацева. И, значит... Вот их присутствие, этих предков при заключении договора, понятно, потому что в договоре что прописывается? Право Израиля на землю и обещание потомства. Вот это всегда было функцией предков на самом деле. Известно, что вот эти могилы, значит, гробницы, а также вот эти мацевы, как символы вот этих предков, они помещались на границах территории и служили доказательством права клана на землю. Вот на эту. Ну, а потомки, понятно, это всегда, так сказать, функция предков, так сказать, обеспечивать фертильность, так сказать, племени, да? Вот. И вообще, конечно, без благословения предков древний человек хорошей жизни себе не мыслил. Но как же быть вот с линии библейского монотеизма? Да? Вот как это совместить, да, с этой линией? Или, по крайней мере, с идеей исключительности яхвистского культа, чего на самом деле в Библии гораздо больше, чем идеи монотеизма. Вот я успокою вас, автор с этим работает. И технику этой работы я хочу очень коротко, за недостатком времени, рассмотреть на примере текста «Бытие», вот это 31, это тот самый договор Лавана с Иаковом, который здесь вот звучал уже. Но этот случай относится не к договору с Богом, а к договору между двумя людьми, между Лаваном и, значит, Иаковом. Когда Иаков бежит от своего тестя Лавана с награбленным добром, тот его догоняет в горах Гелада, или, по-нашему говоря, Галаада. Это как раз действительно промежуточная территория между Сирией и Палестиной, а лучше сказать, это пограничная территория, потому что она, ну, много лет была, так сказать, в руках Израиля, и потом переходила туда и обратно. То есть ее можно рассматривать даже не столько как промежуточную, сколько как пограничную территорию. И разговор у них идет сначала на повышенных тонах, они обвиняют друг друга в разных
преступлениях друг по отношению к другу. Потом приходит им счастливая мысль просто разделиться. И они заключают договор о дружбе и ненападении, а фактически о разделе территории. И свидетелями этого договора они ставят как раз Мацеву и набрасывают кучу камней, которые по-еврейски называются галь. А каковы каменные образования, они сами объявляют отчими богами Лавана и Иакова. И вот у меня есть еще время, да, я как-то не слежу, потому что я перехожу к самому интересному. Да, 10 минут. 10 минут, ага. Значит, вот Ван дер Торн показал на сравнительном материале, куда входили хетские, аккадские, югоритские надписи, что формула «Бог Отца» содержит на самом деле генитив отождествления. То есть, по сути, означает «Бог Отец». Она означает «предка» в его обожествленном статусе. То есть «Бог Авраама» означает, по сути, «Бог Авраам». То есть Авраам как предок, обожествленный предок народа. И в нашем тексте вот эти каменные сооружения, Мацева и Галь, очень прямо по тексту связаны с отчими богами, вообще говоря. И, кстати, археология подтверждает связь этих стоячих камней. Ну, они могут называться менгирами, стелами, Мацевой, Бетилом, чем угодно. И вот этих каменных насыпей за упокойным культом. Это все, так сказать, найденные образования. Но библейский автор вот на этом не останавливается. На самом деле он проводит отождествление божественных предков с Господом. Да? Господь у него выступает в качестве начала цепи божественных предков, в качестве главного из них. И делает это библейский автор невероятно изящным способом. Коротко говоря, дело в построении текста. Текст построен особым образом. Вот этот именно эпизод, Бытие 31, можно сказать, что это матричный текст, если пользоваться терминологией Спивака Дмитрия Леонидовича. Вот суть в том, что в нашем тексте проводятся многочисленные параллели и выстраиваются связи между топонимами, каменными символами богов и божественными именами. Вот если представить себе такую процедуру, мы берем рассказ, значит, наш, он такой, ну, нарратив, да, последовательный длинный рассказ, и мы его нарезаем на кусочки, которые отмечают как раз параллели, и поставим их друг под другом, эти параллели, так, чтобы образовалась табличка или матрица, как ее назвал Спивак, и вот получается тогда, что это способ сделать нелинейный текст. По строчкам читается одно сообщение, а по столбцам читается другое сообщение. А эти сообщения сосуществуют. Иными словами, этот текст полифоничен, где вот в гармонии, по сути, совмещаются несколько реальностей. И вот в результате тех сообщений, которые прочитываются по столбцам, на уровне семантики происходит трансформация генитива отождествления в обычный генитив. То есть бог Авраам превращается в бога Авраама, которого мы так и знаем уже, то есть в бога, которому поклонялся Авраам. И этот смысл сосуществует с традиционным представлением о том, что это все-таки разные боги. Потому что для древнего читателя Библии это были разные боги. Таким образом, то есть у нас происходит, по сути, рассказ о разделе территории между евреями и арамеями. Это чрезвычайно важная библейская тема. И она сопровождается подтверждением прав вот этих участников, договаривающихся сторон на своей земле, со стороны как отчих богов, арамеев и евреев, так и Яхве, который здесь выступает как главный бог. И предки не отвергаются при этом, но они подчиняются, как бы, Яхве, и включаются в его культ. Господь как бы одновременно, он и сам по себе, и первый из предков. То есть воля Яхве здесь сливается с волей предков. Вот такая сложная картина, я повторяю, создается матричным построением текста, включением интертекстуальных параллелей, то есть выходом на другие рассказы. Писание — это Бытие 28, Бытие 12. По Спиваку матричность построена, по сути, на такой пробуксовке текста в определенных местах, на повторах и перепевах одного и того же на разные лады. И этот, по его словам, способ выразить невыразимое. То есть как только доходит до того, что надо выразить невыразимое, что словами выразить невозможно, начинается вот это вот построение, такое матричное построение. Ну, сам Спивак начинал с китайских текстов, а потом перешел к древнерусской словесности. Вот этот стиль плетения словес, он, значит, показал, что они построены именно таким образом. И вот в исламской традиции я совсем недавно слышала доклад такого Хисматуллина из Питера. А с Талмудом в этом ключе, вот с такой нелинейностью текста, давно работают Кавельман и Гершович, которые очень сильно повлияли на мои идеи. Собственно, они подтолкнули меня вот к исследованию Библии в этом ключе. А вот с Библией я
значит, вот этим, собственно, занимаюсь 10 лет вопросами нелинейности текста. Я хочу сказать, что это может быть выражено на разных языках. Вот как мы говорили вчера, на языке мотивной структуры Бориса Гаспарова, может быть выражено на языке, значит, деконструкции Жака Деррида, а может быть вот выражено на языке матричных текстов. Она, эта матрица там просматривается. Вот. Если мне дадут 5 минут, то я все-таки обсужу эту матрицу. Вот остается добавить, что Спивак писал, что создавать такие тексты и равным образом их прочитывать можно только в состоянии измененного сознания, прошу прощения. То есть эта способность совмещать разные реальности, она и есть, собственно говоря, характеристика измененного сознания. Но я бы сказала, что религиозное сознание, оно и признано психологами, вообще говоря. То есть религиозный человек способен совмещать в своем уме, вот при чтении, эти разные реальности. Другое дело, что ученые с их линейной логикой, равным образом раввинные, которые выстраивают очень сложные построения для того, чтобы линейно объяснить то, что невыразимо и на самом деле линейно не объясняется. Вот вы видели, какие цветистые, значит, построения, ничего этого нет в тексте абсолютно. То есть это... Ну, это вот такой красивый мидраж, который, значит, это попытка понять текст линейно. А вот есть подозрение, что его нельзя так понять. То есть, ну, нет, можно, с точки, если мы внесем очень много произвола, того, чего в тексте нет, понимаете? А если мы будем исходить из самого текста, то нам придется принять во внимание его нелинейность, его очень интересное построение. И вот видно, что каменная тема очень серьезно задействована в создании и прочтении многомерного текста, благодаря своему выходу на традицию. Библейский автор не хочет и вряд ли может вообще порвать с многовековой традицией. Но в то же время успех его работы, успех внедрения вот этих монотеистических идей зависит от того, как он усвоит вот эту традицию яхвистскому культу, как он ее переработает там. И вот в рамках этого культа. И вот так камень переходит из традиционных верований в яхвистский культ. И значит, вот для этого, вот, собственно, все это и сделано. Но я хочу отметить, и особенно в связи с предыдущим докладом, и в связи с другими, значит, вещами, что раввины не любят связывать камень и Бога. То есть они предпочитают видеть камень как символ Израиля. Вот. Ну, вот... Я сошлюсь на Фролова, сейчас Дмитрий Владимирович, который исчерпывающе рассмотрел вот эти вот, значит, каменную тему с точки зрения мидрашистской экзегезы, и он это хорошо показал, что там Израиль выступает как вот... То есть камень выступает символом Израиля, а не символом Бога. В то время как, ну, если рассмотреть с научной точки зрения эти тексты, то совсем другое, значит, мы видим. И вот автор-то хочет объяснить, исходя из своего теста, а мидрашистских толкований он не знает пока еще, да? И он каким-то другим способом вот это объясняет, что, на мой взгляд, очень интересно. Значит, если вы мне теперь дадите, значит, время, то я расскажу, что здесь нарисовано на этой таблице. Если нет, то мы обойдемся без этого. Как? Сколько времени? Ну, остановите меня в любую минуту. Ну, пять минут. Подойдет? Дадим коллеге поспать. Значит, вот, значит, я вот рассказ движется вот так, значит, вот так вот, да, вот рассказ движется вот так. Вот он нарезается на кусочки и так подставляется, что у нас получаются тематические столбцы. В первом столбце у меня, значит, собраны топографические, топонимические, значит, вещи. Видно, вот здесь рассказ, начинается все в Падан-Араме, то есть на чужой территории, где дано повеление Иакову уходить в Палестину. Они переходят через реку, то есть проводят обряд отделение, теперь между арамеями и евреями лежит река, то есть преграда, и дальше все разыгрывается в горах Гилада, то есть вот на той самой промежуточной, а позже, пока промежуточная территория, а позже это будет пограничная территория, на которой чуть выше, значит, на которой собственно вот устанавливают Галь-Эд, вот этот самый свидетель, холм, и названа еще одна идон-топоним Мицпа. Значит, Мицпа означает наблюдение. То есть это крепость, обычно, которая выстраивалась на пограничных территориях для наблюдения за противником. Таких много было топонимов, но там действительно и была, видимо, такая вот, такой город под названием Мицпа. И он одновременно, вот этой Мицпой называется Галь, вот этот холм, но одновременно Мицпа очень похоже пишется на Мацева, если посмотреть вот этот вот самый еврейский текст, но я уже здесь не стала писать, там одна буковка чуть-чуть тоже похожая. То есть это связывает вот одновременно, значит, вот с этими символами каменными и одновременно связывает с Господом, потому что сказано, что это Мицпа для того, чтобы Господь, ну, там, вот этот самый
Яцав глагол, который значит, означает наблюдать, и это приписывается Господу. Господь будет наблюдать за не только вот эти вот галет и мицпа, но, то есть и мацева, но еще и Господь объявляется, должен наблюдать. То есть все это связывается здесь в один узел. И дальше они расходятся. То есть здесь видно, что все это было для того, чтобы они разошлись, чтобы арамеи пошли в свою землю, а евреи пошли в Палестину. Теперь второй столбец – это каменные символы. Значит, каменные символы, первый символ поля – это ну, низина, да, это в Сирии, вот в Паданараме, там, откуда они ходят, это низина, это ну, что-то такое низкое. Да. Они дальше идут в горы, Гилат – это гора. Гора – это символ Бога. Мацева и Галь, которые там появляются, это символы предков, духов. Да? Вот трапеза, которая совершается на Галь, и трапеза, которая на горе, уравнивает эти Галь и гору, потому что даже непонятно, это одна трапеза или их две. Так устроен рассказ, что это непонятно. Они как бы приравниваются, но видно, что гора берет в скобки вот эту мацевую Галь. То есть благодаря сильной позиции горы она как бы главнее, да, чем. То есть она как бы вот Господь, а это гора – это символ Господа, да, символ Яхве. Она как бы заключается в свои недра вот этих духов предков. И, наконец, последний столбец – это, можно опять в начало, это божественные имена. Вот здесь видно, что они просто вот устроены тоже, они намеренно перепутаны, во-первых, и выстроены таким образом, что, опять-таки, Яхве оказывается как бы заключающим в недра свои все. Значит, в начале, значит, Яхве упомянут тут же Бог Отца, который совершенно другой бог, и Элохим, который есть тоже Яхве. Слово Элохим, оно вообще задействовано в основном для Яхве. Это то же самое, что Яхве. В конце то же самое. У нас получается, значит, ниже еще, да, да, вот Яхве, вот Элохим в конце, Яхве, Элохим, и боги вот эти вот, ну, Нахора, и бог Нахора сюда тоже входит. Не только бог Авраама, но и боги Нахора. А в середине у нас все перепутано вместе. Туда входят не только боги отцов, но и Терафим и Лавана, боги Иакова и так далее. И они тоже взяты в скобки двух стихов, в которых фактически идет прямое отождествление Яхве с этими самыми богами. Значит, чуть выше. Вот здесь выше немножко, чуть-чуть можно... Вот здесь, когда он называет себя Бог Бетеля, это ссылка вот на тот самый лестницу Иакова, где Бог говорит прямым текстом: «Я Яхве, Бог Авраама и Исаака». Да? То есть он себя отождествляет. И вот здесь тоже они отождествляются в 42 стихе. Да? То есть получается, что вот такое построение включает в себя вот то, что то есть Бог Яхве отождествляется с этими богами где-то, заключает их в себя и вообще над ними торжествует. И здесь, в чем здесь боги Нахора, вот, например? Вот как говорят раввины, что бог Нахор – это идол, а бог Авраама – это Яхве. Вот по этому построению так не скажешь. Так скажешь, что бог Нахора – это тоже, ну, у них свой предок, нельзя его унижать. Они же тоже будут свидетелями договора со стороны Нахора и со стороны Авраама. Но они подчиняются как бы Яхве. Они такие не самостоятельные боги, а как бы вот над ними давлеет, их обволакивает, и они подчиняются воле Яхве. Вот и это сообщение, которое можно прочитать исключительно благодаря вот этому построению. Ну вот, спасибо за внимание, это все. Знаете, у меня несколько вопросов, и я, наверное, попробовал бы их так как цепочку сформулировать. Значит, первое, не является ли то, что называется многомерностью текста, таким же привнесением в текст, как и все остальные произвольности интерпретации. Можно сразу отвечать? Я бы предпочел бы сформулировать так сказать серию вопросов. Значит, второе, ну, там, не знаю, можно ли что-нибудь, как вы сказали, сформулировать на языке Дериды, это уж, не знаю, мне не удавалось. По-моему, это как бы такой язык, на котором ничего сформулировать нельзя. А вот ну, как бы такой, так сказать, вот такие полтора вопроса. Это один, как отчасти один и тот же вопрос, но немножко с разных сторон. Понимаете, когда вы говорите о предках, о культе предков, то у меня, как
как этнограф, если хотите, возникаете, нет, не совсем. Возникает естественный вопрос. Вы это говорите, потому что, так сказать, это диктует материал, или, что мне кажется более вероятным, потому что этот самый культ предков написан во всех советских учебниках этнографии. Потому что, понимаете, читал я о культе предков очень много. Реальных этнографических фактов, которые бы это клише подтверждали, я почти никогда не видел. И да, как довеса к этому вопросу, как может вообще археология подтверждать связь каких-то памятников с, если я правильно запомнил, заупокойным культом? Ведь в археологическом материале это не дано. Как правило, когда археолог говорит о подобной связи, он ссылается на этнограф. А тут происходит одна очень интересная ловушка, потому что по понятной причине археолог обязательно ссылается на этнографию на 10, не на 10, а на несколько десятков лет устаревшую, на ту этнографию, которую его учили в юности. Поэтому, так сказать, вот я никогда не доверяю утверждениям археологов, вот, так сказать, по поводу этнографии, ну и вообще никогда не доверяю тому, что говорится о культе предков. Значит, я вам так скажу, что я не этнолог вообще. Значит, я не археолог, хотя я прошла курсы археологии у таких людей, как Мерперт и Беляев. Я себе могу представить, как у нас, я могу понять, что написано, то есть следует ли этому доверять. И я никогда не читала учебников, тем более советских, по этнографии. Никогда, да. Все, что я говорю, это, значит, мое исследование Библии, но я бы никогда, так сказать, на этом не остановилась, если бы не было массы работ, комментариев археологических и библейских, которые это подтверждают. Насчет обожествления предков, я скажу два слова. Что такое обожествление предков, не все согласны, да. Значит, то есть есть люди, причем их большинство, которые считают, что древние отождествляли предков с богами. Да? Просто отождествляли. Есть люди, которые говорят, нет, мы... Давно подожди, нету этих людей. Есть, как нету? Пожалуйста, Вандерторн, почитайте, огромная книга в интернете висит, пожалуйста. Вы имеете в виду библейскую археологию или просто этнографию археологии? Каких-то других? Вообще этнографию. Нет, а я имею в виду библейскую, понимаете? Такую узкую. Значит, я хочу сказать, что все абсолютно согласны с тем, что культ предков, культ мертвых существовал. То есть мертвые считались людьми, существами сверхъестественными, которые способны влиять на жизнь людей как положительно, так и отрицательно. Показывают это инвентарь в могилах, расположение этих могил вот так на границах территории. Но я не могу сейчас вам это много. Почитайте Вандерторна, почитайте Блох Смит. Я могу вам дать, хорошо, статьи пришлю вам. Спасибо, я знаю эти аргументы, они меня не убеждают. Нет, но это другое дело, это ваши проблемы, что-то вас не убеждает. Как мы тут разойдемся, закончим дискуссию и перенесем ее в кулары между вами двумя? Я думаю, что убеждают или не убеждают. Да, там еще были какие-то вопросы, на которые не ответила, что-то сначала. Я уже забыла. Нет, не является ли... Вот это важный вопрос, да, не является ли это принесением, вчитыванием в текст, а не вычитыванием из него. Значит, ну вот перед вами матрица. Вот вы можете взять, и как вы это прочитываете, пожалуйста, это ваше дело. Дальше. Матричные тексты – это теория, которая развита хорошо, Спиваков, почитайте, опять же, есть в интернете, стиль плетения словес, обнаружена в исламской традиции. Значит, я слышала доклад Хисматуллина, который в работах Аль-Газали вот так выстраивал вот это все. Ну, и в Талмуде, пожалуйста, поговорите с Кавельманом и Гершиничем. Я думаю, что... Я не понимаю, как еще убеждать, когда вот это есть во многих местах, понимаете? Люди это видят, и это они вот так прочитывают, понимаете? Но вы можете считать как угодно.